всех рад приветствовать на своем канале, и сегодня мы поговорим на тематику о прослушке. Не про мобильное устройство, о котором я ранее рассказывал, а о прослушке и видеонаблюдении в вот таких вот комнатах. Значит, каждый из вас наверняка ездил или в командировку, или куда-то отдыхать в другой город, и приходилось снимать комнату, или же гостиница, номер. Так вот, в гостиничном номере или в комнате хозяева ставят обычно или прослушку, чтобы слушать, что вы здесь делаете, что вы рассказываете, или же видеонаблюдение. Часто это или видеонаблюдение, и прослушка два в одном. Так вот, для чего это необходимо? Это необходимо для того, чтобы вы ничего не своровали или же не поломали, так как сразу же хозяин может прийти, выявить то, что вы что-то украли, и это будет уже другой разговор. Если же даже вы найдете такое устройство, хозяеву ничего не будет. Он может откреститься, что это не он устанавливал, а кто-то другой за вами наблюдал. И вы не сможете проследить никак сигнал, куда он подавался, на какой компьютер, телефон и так далее. Так как эти устройства стоят копейки, и каждый из вас может их приобрести на Алиэкспрессе, их полным-полно. Не верите, сами посмотрите. Сейчас же я также нахожусь в командировке в другом городе и хотел бы показать вам, как я буду искать пишущее устройство. Может, оно здесь есть, может или нет. Но я вам хотел бы показать, как это все происходит. Значит, я специально снял номер, в котором будет очень трудно найти такой жучок или пишущее устройство. Посмотрите только. Этот номер называется «Пещера». Здесь очень много различных скважин, дырочек и мест, куда можно спрятать это устройство. Видите, то есть такой дизайн необычный. И сегодня я вам буду рассказывать, куда могли спрятать это все. Будет очень и очень интересно. Так что не переключайте. Итак, сейчас мы находимся в вот таком, видите, коридорчике, где тоже очень много мест, куда его спрятать. Значит, видите, может под зеркалом устанавливаться. Также обращайте первое внимание на датчики дыма. Именно в таком датчике дыма может быть спрятано это пишущее устройство. Оглядите его хорошо, посмотрите в серединку, нет ли там каких-то подозрительных сторонних предметов, нет ли установлен камер. Первый мы проверили датчик, второй также. Смотрим, осматриваем, видим, что здесь нет ничего. Также хочу обратить ваше внимание на светильник. Светильник тоже может нести опасность. Значит, необходимо посмотреть вокруг светильника, провести пальцем там, и все внимательно осмотреть. Также этот светильник. Осматриваем вокруг. Смотрим, что здесь ничего нету. Также можно снять этот светильник и посмотреть внутри. Возле зеркала, видите, здесь очень много скважинок различных. Вот здесь вот смотрим. Ничего мы не обнаружили. Также можно под лавочкой посмотреть. И самое, давайте перенесемся в ванную комнату. Ванная комната тоже, видите, здесь можно много где спрятать камер. Значит, первое, куда необходимо обратить свое внимание, это вот такой вот дымоход. Вентиляционная вытяжка, так как там именно может прятаться этот датчик прослушки. И смотрим очень внимательно везде, осматриваем уголки, просматриваем. И ничего мы здесь не обнаруживаем. Так как я осматривал еще ранее, то ничего не обнаружил. После того, как мы осмотрели коридор и ванную комнату, мы переносимся в основную комнату, где может и быть напичканы эти жучки. Значит, где еще необходимо обратить свое внимание? Это могут быть картины, это могут быть будильники, куда встроены камеры. Это могут быть светильники или вон такие вот ниши верхние, видите, куда могут спрятать в обязательном порядке что-то прослушивающееся. Также можете обратить внимание на телевизор. Вот я, когда сюда заселился, обратил внимание на вот эту кнопку подозрительную, включение-выключение. Именно там может быть что-то установлено. Также смотрите углы. Может быть на карнизах еще установлено. Проверьте карнизы сверху, снизу. Все шторы, пройдитесь, это может помочь вам в обнаружении каких-то сторонних объектов. Также осмотрите зеркала, видите, тут какая комната, что тут практически могут спрятать где угодно, так как оно все, видите, здесь вообще я даже не мог
Ого, ничего себе, друзья. Видите, вот какой-то провод сторонний. Видим, но это провод 220, это на просвет. На свет сделан, наверное, наверняка. И здесь мы видим под гипсокартоном. Можно было бы спрятать что угодно, согласитесь. Но тут нету ничего. Также следующее место прослушки может быть шкаф. Осмотритесь, шкаф, вот видите верхнюю часть. Пройдитесь. Опять-таки, ага, видите, какие-то провода сторонние. Это, наверное, опять-таки на освещение. Просто посмотрите возле светильничка. Может, именно в светильнике что-то установлено. Ну и включить. Откройте шкаф и просмотрите в шкафу. Так как именно здесь может что-то быть установлено. Нету ничего, видим. Все отличненько. Как вы могли смотреть, что я проверил абсолютно везде все щели, все стыки и так далее. Ничего не обнаружил. Еще необходимо пройтись снизу, возле батарей, возле розеток. Там тоже может что-то быть подозрительное. И давайте теперь посмотрим здесь на датчики, которые я показывал. Прихожка. Сейчас я встану на кровать. И мы его более детально осмотрим. Видите, здесь нету ничего у нас. То есть сам какой-то датчик стоит. И давайте другой еще осмотрим. Ух ты! Смотрите, что я нашел. Видите, сторонний какой-то предмет. Офигеть. Я просто в шоке. Блин, надо взять стул. Или так достану. Офигеть, смотрите ж. Смотрите. Это камера какая-то, видите? Ничего себе. Вот это так новости. Так что видите, что можно найти. Это камера обычная. Микрофон и сама антенна, которая передает сигнал куда-то. Сейчас будем ее более детально осматривать. Я был просто в шоке, когда обнаружил вот такой вот датчик. Ребятки, видите? Так что мне удалось найти камеру с микрофоном, которая действительно что-то могла записать, когда я находился в этой комнате. Это очень и очень подозрительно. Конечно. Капец, надо будет прогуглить, посмотреть, что это за камера и узнать, что она могла записать. Тут же по-любому какой-то должен быть. Или флешечка, или какое-то устройство вставлено. Но я думаю, вот эта вот антенна, которая передавала куда-то. Это будем в следующих видео. Я расскажу, что это за прослушечка. Капец. Вот так вот, друзья, вы можете самостоятельно найти пишущее устройство, камера в каком-то номере. Так что обязательно перед заселением осмотритесь хорошо, что убедитесь, что за вами не следят, а потом только уже отдыхайте в номере, так как все может быть записано против вас. Вот такое вот видео. Пишите свои комментарии, что вы думаете по этому поводу. Будет интересно почитать, я буду на все комментарии отвечать. С вами был Тимоха Лайф. До скорого. Я очень расстроен, что нашел такой жучок. Я просто хотел показать места, где они находились. Всем пока.